Рубрика «Брать-не брать» объект 268, вариант 4. Сложно сравнивать с какой-либо другой ПТСАУ, потому что это действительно новый и уникальный аппарат. Акцент сделан на бронировании лобовой части танка. Действительно, брони настолько много, что пробить НЛД даже на голде не у всех получится. Но есть и ахиллесова пята. Да это большие серые уши вокруг орудия, куда пробить танк проблем не составит. Буквально кроме брони и то, к которой скоро привыкнут, танк не обладает ни единым хорошим ТТХ. У ВН минус 5 градусов, полная задница. Разброс орудия при полном сведении не дает гарантию на попадание, даже в ближнем бою. Да, альфа хорошая, 690 единиц, но с таким пробитием тебе придется выцеливать уязвимые места, и тут напоминаю про огромный разброс. По факту это что-то новое, но никак не конкурентное остальным ПТСАУ. Не забудь оформить подписку на канал, ведь каждый день для тебя два новых ролика.